Вечер, дорогие друзья, мы подключаемся на сегодняшний единственный матч нашего вечернего эфира Лига чемпионов бизнеса на экране, и у нас группа П, а именно ребята из ПК Балтика и Bad Boom. Первая карта Anubis, готовы уже, по сути дела, включаться, первая пистолетка совсем скоро начнется, а пока небольшой ролик для вас. И наш генеральный партнер группы IT-компании «Ланит» представляют самый массовый корпоративный чемпионат по киберспорту. Лига чемпионов бизнеса. Сезона весна 2024. 7 дисциплин. Counter-Strike 2. Dota 2. Лига легенд. Мир танков. PUBG. Apex Legends. И Hearthstone Battlegrounds. Именно тут компании со всей России выявляют сильнейших в корпоративном киберспорте. Присоединяйся к нам и играй с лучшими. Да уж, конечно, крайне быстро ребята разыгрывают свои раунды. Первая пистолетка пролетела просто незаметно для Bad Boom Youngs. В частности, они крайне быстро залетели на точку Б, как и пытаются сделать уже второй раз подряд. Есть размен один в один. Сарови неплохо работает балерина. Размен от ID's Balance, кстати говоря, здесь неплохо получается. 3 в 2 в итоге. И Overcome остается с Insomni вдвоем на этот ретейк для Балтика. Кстати говоря, немножечко мы поменяем название команд непосредственно сейчас. Потому как по-ножевому я не смог запредиктить, кто куда пойдет по итогу. Ну что, бомба пикает все быстрее и быстрее. Остается один лишь Insomnia. Я думаю, его заберут без каких-либо проблем. 2-0 для коллектива Bad Boom Youngs. Кстати говоря, по факту ID's Balance, это же игрок, бывший Nemiga Gaming. Если кто-то об этой команде когда-либо слышал, в принципе. Но я не думаю, что за Балтику играет это именно этот игрок. Стыренный ник, возможно. Кто знает. Но если будет какое-либо интервью, мы... Если, в частности, Балтика выиграет эту встречу, Best of 3 противостояние, мы как раз-таки у какого-либо из игроков эту информацию уточним. В частности, на данный момент, конечно, ID's Balance в Nemiga Gaming не играет, но один из игроков некогда
такой тир-2, тир-3 команды там участвовал. Экономический раунд для Балтика. Ребята просто стакаются на точке Б, и Bad Boom Youngs не находят другого решения, как просто выйти под ассайд, как будто бы все знали, даже не сомневаются, просто заходят к себе домой без должного количества гранат, в принципе, и занимают этот сайт, ставят пачку, и как будто бы даже для коллектива Bad Boom Youngs делать ничего не сделать. Легкий, по сути дела, раунд для Балтика. Фракер ставит уже первый фраг, легко для него. Там же Dead Inside работает на все 100%. На бублике 2 целых игрока у Bad Boom. Но Балтика не пропускает их на точку А. Оставшийся оверкам погибает, и это счет 0-3. Так, звук немножко отсутствовал у нас. Counter-Strike. Пофиксил этот момент. Не заметил. Так, ну тут на контроле мида уже выходит, ребята, с коллектива Bad Boom. Оверкам. Ай, неудачный заход на хэдволк. Который отдается практика с одной и с другой стороны под точку Б в мясе. Реально мясо произошло. Балерин против Фракера будет прямо сейчас выходить. По хорошей тайминге выходит Балерин. Неплохо. Есть минус, но хэдволки. Да, восьмой номер, казалось бы, выходил из смоков. И должен был забирать Волтера, но немножечко не получилось. 2 в 4 остаются игроки коллектива Bad Boom. Будет крайне тяжело, конечно, с двумя галилями выиграть этот раунд. Но есть деньги на следующий. Хотелось бы, конечно, поставить пачку. Под точкой Б один вот каленый игрок. Именно Волтер. Его видит Dead Inside. Ну же. Ну, да, прострельщик. 4 хп. Не попадает. Как ни крути. Видел, но попасть не получается. Одного забирает, второго тоже должен. Потерял, правда, многовато хп. На рампу уже заходит сюда оверкам. Как будто бы даже готов простреливать деревяшку. Но попадает не в ту сторону, в которую хотелось бы. Dead Inside боится поставить пачку. Пачка главная, на самом-то деле, сейчас преимущество для команды атаки. Раунд, возможно, и не выиграет. Но вот денег дополнительных заработать хочется. Ну уже, Dead Inside. Смелее. Хороший пик от Dead Inside, но, к сожалению, оборачивается это все плачевным исходом для Bad Boom. И первый раунд для Балтика. Появляется АВП-девайс для игрока под ником Фракер. В атаке причем. В защите мы этого девайса не видим. В атаке появляется. Посмотрим, что нам покажет игрок с данной аппаратурой. Выход сразу агрессивный под мид от Балтика. Под кэтволк. Рассматривают нужные позиции себе. Ну, тут просто заход в мясо, где как раз-таки пробовала. Ничего, к сожалению, не получается. Подбьюст. Неплохо дисбаланс отрабатывает, но хп не хватает, дабы разобраться с двумя игроками в итоге. Есть размены. Волтер работает на все 100%. Здесь же Драгалус. Пока пытается не пропускать Волтера, но Фракер ставит хороший шот с АВП-девайса. Первый фраг для него в этом раунде. Размен от Балерина. 1 в 2. Ждали его на мясе, но, к сожалению, убить не получилось. Благо, бомба для команды атаки находится рядышком. Можно вернуться, можно разыграть в другую позицию. Сюда смещается 4-й номер. Балерин понимает, что нужно уйти, контролить ассайд. Некоторые фейк-гранаты от Астрогалуса. Ну и как же разыграют Bad Boom. Сомни как будто бы все видит. Сквозь ВХ, возможно. Тут читаем мы на самом-то деле перемещение от команды атаки. В принципе, слышит на бублике уже балерины эти передвижения. Слышит скоупы. Ждет, конечно, каких-то передвижений с мида, но здесь уже есть инсомния, поэтому проблем не должно быть. Фракер смотрит не в ту сторону. Понимает, что на бублике должен кто-то быть. У нас в апе оружие. Балерин просто ловит двоих. 2-3 и...
Балтика продолжает возвращаться в эту игру. А я напомню вам, дорогие друзья, что Ancient непосредственно пик Бэтбум. Первые три раунда отыграли хорошо, пока в атаке продолжим. Набор раундов не выходит. Балтика противостоит на все 100%. Залетает. Окей. Понимаю, что на миде должен быть кто-то, но седьмой номер атаки смещается под точку А. Здесь уже на контроль становится Волтер. Будет ждать развеяния смоков. К сожалению, оверкам не получилось у него что-либо сделать с игроками на рампе. И Бэтбум понимает, что нужно заходить. Есть хороший минус, конечно же, от игрока защиты. Но не более того. Тут просто-напросто развал по всем позициям. Из мида, из точки Б. И все заканчивается не самым удачным образом для игроков Балтика. Видимо, эти два раунда набранных для них с такой довольно-таки сложной потницой, да, больше не набор этого не будет. Есть минус. Дисбаланс прочитал выход оппонента. Дальше знает, что могут выйти с рампы. Ты туда молотов. Молотов, наверное, запоздалый. Да, действительно, Шоуэлл ставит точку. 2-4. Быстро в точку Б разыграть. Посмотрите, просто Сорновы залетает в точку Б. Забирать второго. А тут и третьего. Отличные размены, отличные подключения. Точнее, игрока атаки. 4. Покер в этом раунде от игрока атаки. Только лишь эйс не дали забрать этому рифлеру игроков Бэтбум. АВП, кстати говоря, работает на все 100% у Бэтбум. Бракер, конечно, имеет только 6 фрагов, но вполне себе это неплохо. Ай-яй-яй-яй, здесь могли бы забирать игрока атаки на снайперской позиции. Но первое подключение от Бэтбум именно произошло под Б-сайт. Сразу же с мида смещаются игроки защиты. Испугались, как будто бы какой-то ветряной мельницы. Угрозы как таковой не было до сих пор, но решили все-таки ротироваться. Мид не укреплять. И это прям отличнейший шанс для Бэтбум, для выигрывания этого раунда. Ой, тут опорно по точке Б. Дают ответные молотовы и от игроков атаки, и от игроков защиты. По точке А уже находится Люркер под номером 8. Но Dead Inside заходит как себе домой. Понимает, что за колонной должен находиться оппонент. На мясе тоже на правую сторону не смотрит. Конечно же, его забирают в этом моменте. Тракер попасть бы. Волтер вылетает неожиданно для команды защиты. Это становится ситуация 2 в 2. Смещение под асайд. Вполне себе логично. И здесь один баланс прям под прицел Тракера. Ждет Тракер еще из бублика оппонента. Понимает, что он должен выходить опять же под его прицел. Это 2-6. Бэтбум продолжает вести карту, а именно свой пик. И снова по точке Б, и снова Сорнови выходит, забирает первого, понимает еще, что на пирамиде второй. Конечно, Оверкам работает, дигла неплохо, также Сорнови получает еще разочек
стегла по каске, по кастрюле. Дынькает неплохо, и вот он, Волтер. Минус Арнови, минус это проблема для его команды. В мясе находится еще Инсомния, попадает вроде бы неплохо, но в итоге погибнет смерть храбрых после этого фрага. Астрагалус, есть еще один минус. Айдисбаланс в мясе, подбирает трофейный девайс, ведя ВП, подает прицел, выходите, говорит он. Первый пошел, но второго, к сожалению, не заметил. Буквально краешек. Денсайд был последний, и он выигрывает этот раунд для своего коллектива. 7-2. Еще одна попытка выйти под Б-сайт, я уверен. У Фракера, в принципе, есть явик, но пока его останавливают флешки. Хорошо начинают работать именно Балтика. Понимают, что им нужно делать, чтобы такие заходы не получались на карте Engine. В итоге, наконец-таки, снова начинают поджимать миг Балтика. Не забывают про эту позицию. Возможно, было бы ее неплохо дальше разыгрывать, как они делали это ранее. Но вот Фракер просто минусует двоих, в частности, своего тиммейта. Отвечает вторым фрагом еще по одному оппоненту. Есть игрок на пирамиде, но да, перезарядка была не самая удачная, благо тиммейт поддержал в этом моменте. Волтер топает, его забирает без проблем, легко. Но остается оверкам, и как будто бы просто надо уйти сейвить. 8-2, очевидный для Бэтбум. Остается всего ничего до конца первой половины, каких-то 3 раунда. Ну, в атаке уже набрали, конечно, набрали немало. Ну, конечно, видимо, некоторые проблемы есть у игроков защиты, именно у Балтика. Вторую паузу подряд решает для себя взять. Возможно, некоторый вылет. Либо технические проблемы. В теории можно, конечно, запросить паузу у админа, но, видимо, это не понадобится. Пауза вторая отжимается, заканчивается, и мы подключаемся дальше смотреть за красивым КС. Ну вот она агрессия на центр. Флешки туда же Кирены можно было бы закинуть. Пока отвечают молотовыми игроки атаки. Развеивание смока, вроде бы на пик выходит непосредственно у нас команда атаки на снайпер. Но вот у нас уже действие развивается по точку. А, отлично, Сарнови минус первый есть. Волтер на бублике забирает одного, забирает второго. Отличная стрельба от игрока защиты. Уйти во свояси не подставится, что немаловажно. Фракер подключается на размене пока что с ВП-девайсом. Два молотовых целых тратится на бублик. Ну а что будет дальше? Волтер пока здесь прям красавчик. Оверкам, отличный минус. 3 в 2. Бомба установлена. Есть размена 7 номера. Пытается запушить, допушить игрока атаки. Дисбаланс справляется со снайпером атаки. Дисайд рядом. Но его ждут, конечно же. Это легчайший минус. И не менее легчайший, конечно же, раунд. Но, в принципе, пришлось, конечно, здесь в некоторых моментах запотеть. Начиналось все не самым лучшим образом. В бублике у нас именно
Волтер и отличился. Кстати говоря, до самого последнего момента и не погиб. Такой прям криптонит для команды Bad Boom. Последний раунд первой половины. Смотрим, что нам снова попытаются показать игроки Bad Boom. Ждет фрагер. Развеивание смока Грены. Замечает оппонента, не попадает. Хотя бы стека пытал убить здесь. Хорошо, но при этом потеряли уже целых двух игроков атаки Bad Boom. И в меньшинстве разыгрывать этот раунд будет куда сложнее. Максимально все быстро развивается на последнем раунде, где первая половина. Дисбаланс отлично работает с АВП. Снайперская дуэль нас ожидает. Фракер чуть на долю секунды бы раньше открывался, заметил бы пиксель бока стоящего дисбаланса. Ну вот, он выходит вроде бы и снова промахивается. И есть попадание наконец-таки. На размен не успевает выйти Инсомния. Но понимая, что на катволке может быть также оппонент. И там есть Астрогалус. Ой-ой-ой, один хп остается, как же неудачно. До бомбы не добраться, к сожалению. Есть попадание по балерину. Ну вот и ответка. Все, один хп. Астрогалус тут явно уже не выиграет раунд. Но с бомбой на руках пытается совершить невозможное. Ждет его Волтер, конечно же. Величайший фраг. 4-8. Казалось бы, двукратное преимущество для Bad Boom, но счет вполне себе играбельный для Балтика. Ну что ж, пистолетный раунд уже идет полным ходом. Точка занимается коллективом Балтика. Ну, такой на дистанции неплохой прострел выдается у атаки. Пока есть размены неплохие от фракера, в частности, с тиммейтом. Да и спах уходит, замечает, отстрадал слишком поздно, но при этом и голову выдает неплохую. 1-1 фракер вместе со своим оппонентом замечает последнего. Погоню хотелось бы, наверное, за ним бежать, нестись. Но с диффузами можно попытаться и раздефузить. Действительно, и все получится. Да, времени хватает, и только на последней доле секунды Инсомния удается забрать своего оппонента, но без выигранного раунда. Отличное продолжение для Bad Boom. Конечно же, за счет этого имеют деньги, но имеют деньги и коллектив Балтика. Конечно же, будет даже не получается. По стрельбе совсем никто не поддерживает эти дисбалансы. Он просто соло вылетает с маг 10, как будто бы за ним еще две команды находятся. Но не тут-то было. Хороший греной от шолдера. Но фракер, конечно, только лишь смог сделать хоть какой-то фраг в этом моменте. На шарте, к сожалению, все плохо разворачивается для Bad Boom. Галус, отличный минус. Пофармил и второго тоже. Кстати говоря, Галиль дополнительно подобрать будет не самым плохим решением. Ну, в итоге, не самый четко выигранный раунд прошлый приносит все-таки некоторые дивиденды для Bad Boom.
Но и балерин, как оказалось, не промах. Здесь есть рядышком фракер, и он делает свою работу. 10-4. Отлично, продолжаем. Совсем чуть-чуть осталось Бэтбум для победы в этом матче. Они сделали уже немало. Выиграли довольно-таки тяжелую вторую пистолетку. На тоненьком выиграли форс оппонента. И сейчас дело за малым. Какой-то один бонусный раунд. Там переиграть девайсные оппоненты. И все закончится хорошо. Но будет ли это так, мы скоро с вами увидим. Шовел ждет нападок на поточку А. Здесь уже выходит как раз таки оверкам. Понимает он, что на клубе может быть один из оппонентов. Здесь рядышком еще и Волтер. Хороший молотов, кстати говоря, закидывает именно Шовел. Даже пытался уже выходить на тот момент пика оппонента. Ну что, флешка фейковая, да. Но тут ждет Сторнови. Легчайших 1200. Инсомния с калашом. Перебить это тоже не получается. Сарнови просто как Рэмбо разваливает всех. Это очередной покер в этом матче для игрока защиты, а именно игрока Бэтбум. В итоге балерин остается последний и снова вылет у команды Балтика. Ну что, балерин ищет свое счастье, а точнее говоря, свою смерть, и находит ее 11-4. Продолжаем. Да уж, будет, конечно, обидно доигрывать эту карту вчетвером против пятерых. И так ее проигрывая. В теории можно было бы сейчас на full buy раунде, да и начинать отыгрываться. Но у Insomni некоторые проблемы. В принципе, он может не подключиться на данную карту. С учетом того, что на технический перерыв осталось каких-то 30 секунд. Ну вот, Insomni возвращается, правда, без денег. 3600 на руках. Целая боевая единица, считай, выключена из этого раунда. Да еще некоторое время постоит АФК. Бомба оставлена, кстати, на КТ-спавне. И что-то произошло непредвиденное. Просто вылет с сервера. Игра окончена. Комментатор в шоке. Я даже очки снял себе. Вот такие пироги. Посмотрим, что мне ответит администратор в ближайшее время. Но пока уйдем на небольшую паузу. В принципе, было очевидно, что Бэтбум должны забрать свой пик. В частности, карту Ancient. Дальше нас с вами ожидать будет карта Нюк. Если я не вернусь, если не будет каких-то включений непосредственно в трансляцию с игрой, и вы увидите счет 1-0, например, для команды Бэтбум, то ждите Нюка после небольшого перерыва. Thank you.
что ж, рестарт все-таки случился, и мы будем наблюдать за конечным, возможно, раундом между Bad Boom и Балтика. 12-4 счет, как я и уже упоминал ранее в чате, прописывал эту информацию для вас, но вот начало раунда явно для Bad Boom не самым лучшим образом проходит. После такого перерыва есть момент, есть подключение от снайпера, в частности, у коллектива Bad Boom, но бомба уже стоит. И Волтер ожидает оппонента, конечно же, без проблем его закрывает. Есть минус от фракера в ответку, но он один в два. Смог и замечает оппонента совсем рядом в углу, и в итоге счет становится 5-12. А я было думал, сетовал на то, что этот маппоинт Bad Boom смогут отыграть. Ну, уже хочется перейти на следующую карту. Там у нас прекрасный, великолепнейший нюк. Мы с вами его посмотрим. Там, возможно, 1-1. Потом перейдем уже на Decider. А именно, что у нас остается. А на Decider мне не показывает, кстати говоря. Фраг. Хороший. Мясо. Играет снайпера. Есть какое-то подключение. Размер, правда, тоже от игроков атаки не заставил долго ждать. Маловато, конечно, денег у защиты. Пока балерин вообще ничего не боится. Потерял, конечно, много хп. Осталось у него 16. Но снайпер здесь совсем один. Понимает, что, конечно, должен выходить. Шовел. Второго отскопа. Отличная работа Шовела. Надо дождаться тиммейтов. Играет за ящиком аккуратненько. Неужели я думаю, что там мало хп и можно отработать с юсполом? Как же обидно. Но игрок атаки остается последним. 12-5 счет. Напомню, дорогие друзья, это маппоинт. И здесь Астрагалос без проблем закрывает оставшегося игрока атаки. И первая карта достается именно Bad Boom. Вот такой вот первой карты у нас отличается встреча. Это быстро в три противостояния. С такими проблемами, паузами, какими-то вылетами постоянными. В частности, от Балтики. Инсомния как-то не мог порой подключиться, тут вообще вылет сервера. Интересное такое вот вечернее, понедельничное противостояние в рамках CS2 и группы П. Опять перерыв, опять небольшая пауза, и вернемся на нюк.
начнем сразу же, без каких-либо вступлений, веб-камеры, этих кастеров в ваших экранах, дорогие друзья. Я снова к вам возвращаюсь. Карта Мираж все-таки нас ждет. Небольшая дезинформация прошла у нас по данной встрече. На десайдере у нас Вертига. Ну и смотрим пик коллектива Балтика. Сразу же в защите они после нового раунда начинают отыгрывать. Атаки игроки именно Бэтбум будут играть первый свой дебютный раунд этой встречи. Наверкам пока остается в кичине один против Сорновии. Героя, кстати говоря, на самом-то деле карты Энджи. Волтер не стесняется, не ручается просто-напросто за кичин, но это все заканчивается фрагом Сорновии. Трипл килл, 1-0. Мы начинаем довольно-таки жарко. Что, решают выйти по точку А? Почему бы нет? Хорошо начали. Накопили уже какую-никакую экономику. Сейчас, возможно, немножко подхалдятся, конечно, и потом гранатки закинутся, и раунд быстро закончится. Но на чек выходят, конечно, игроки защиты правильно делают. Укрепляют, кстати говоря, точку А. Там уже со спины заходит Инсомния, даст кучу информации своим тиммейтам, понимает, что уже раскрытка выдается от команды атаки, и нужно бы подоспеть побыстрее спину. Ну же, фракер. Они будут брать ракеты, не могут. А вот со спины Инсомния начинает отрабатывать. По 250-м крайне все сложно разворачивается для игроков атаки. Потом пока 2-2. Окей, Инсомния не справляется с игроком в упоре. И Аверкам остается один против двоих. Как же хорошо начался раунд, и как же плохо он закончился. Хотелось бы его выигрывать в такой удачной перспективе для Балтика, но закончилось, как закончилось. В любом случае, девайсы некоторые выбили. И задел на светлое будущее для себя в этой карте небольшой, да и сделали. Появляется в итоге у дисбаланса скаут на центр. Так, выходи, дорогой. Сюда первый, сюда второй. Но получает сам по голове в ответ. Шоуэлл включается по второму. Понимают игроки, что есть игрок на шарте. Прям тут как тут. Ну и пока фракер отдыхает. Все полыхает. Слышим мы по звукам горящий молотый фракер. Прям хочет запрыгнуть Инсомния на машину. В итоге палит, да, палит свое местоположение. Ну и для фракера должен быть... Да, это происходит. Есть подключение Тверкама через ладер-рум. Да ну ладно. Так уж легко проходит, конечно, Денсай. Чудом выживает, на самом-то деле мало хп остается. Но в итоге свой бэй-раунд против бэй-раунда оппонента. Видимо, Бэтбум все-таки выигрывает. Да, фракер не прощает. 0-3. Раундов. Центр. Укрепление. Под куш. Ожидают его игроки. Хорошая грена. С помощью тиммейта по головам наполучали. Есть граната ответная. Хорошо. А там со спины просто факел заходит. Сучья. Добрый вечер. Я диспетчер. 5 в 1 и 0-4. Очевидные для Бэтбум. Аверкам, конечно, играет до конца. С диглом. Глядишь, какую-то голову одну... Да и соберет. Кто знает. Не выходит это сделать. Сорнови ставит очередную конечную голову в этом раунде. И счет становится 0-4. Вот и он, и авик. Для дисбаланса видели бы мы, хорошо он играет со скаута. По крайней мере, головы ставят неплохо. Флешка ничего не сделающая для дисбаланса. Но промах. ККК защиты, к сожалению, от снайпера защиты в этом плане. Это точно.
закаленные, конечно, игроки атаки. Хороший хэдшот от игрокам. Тут же подключение тогда и дисбаланса на центре. Перестрелки в миде явно неудачные для игроков атаки получились. И тут Захове. 5 хп у него остается. Не смог Волтер совсем чуть-чуть с ним справиться. Это 3 в 4. Пробирается потихоньку фракер. Понимает, что должен быть снайпер на голове у него. У дисбаланса и вовсе 20% здоровья. Один фраг. Один фраг, и можно пытаться выигрывать этот раунд. Бэтбум. Но тут же Балерун. Филиграна находит для себя минус. Фракер не успевает на этот размер. Вообще не ожидал игрока на голове увидеть. Фракер минус раз, минус два. Отличная работа. 2 в 2 в итоге ситуация. Можно играть. Интересное развитие событий. Крайне недефолтное. Не стал через коннектор выходить фракер в этом моменте. У US Ranovi хороший тайминг мог поймать, забрать оппонента в спину. Но как же обидно. Закрывает один дисбаланс со смоком. Дается инфа от того же самого игрока, то что бомба устанавливается в пушке. Хорошая грена. Успевает в некотором роде один дисбаланса, но совсем чуть-чуть. В итоге в этом моменте Insomnia будет играть тоже через джангл. Понимает, что в Wonder Palace есть игрок. Просто шел через деревяшку и минус фракер. Причем у последнего было немалое количество здоровья. Ну что, Сарнови сможет ли осилить, убить рифлера, и можно забирать снайпера в ответку. Не дает раздефузить бомбу снайперу. В итоге времени у Инсомни не хватает на дефуз, и это 5-0. Да еще и ВП унести не смог, как же обидно. Максимально причем. Первая карта закончилась со счетом 13-5. Вот что с первой по итогу. В итоге для Бэтбум, соответственно, счет 1-0. Карта Мираж, пик команды Балтика. Смотрим дальше, пока последних не хватает прыти, дабы перебороть своих оппонентов. Хотя попытки хорошие проявляют такие, но чего-то не хватает. Чего-то явно не хватает. Так, фракер, Инсомния. Совсем рядышком друг другу находятся. Казалось бы, что сейчас может быть интересная заруба. Да ну ладно. Сомни, 1 хп остается. По итогу, неужели фракер не слышал этого горения игрока? Что происходит? Веселье начинается, продолжается. Шоуэлл тут же минус есть по ладруму. Ну и смотрите, 5 игроков. Теории остаются игроков атаки. Но каленый, крайне карленый фракер. Минус еще один игрок. 2-3 минуса Волтер дает одним спреем моментально. Но не знает об игроке в спине, который идет по его душу. Шовал должен понимать, что нужно зачилиться в коннекторе и не пропустить игрока на шорт. Так и происходит. Так и все. 0-6. В центре под пуш. Укрепление коннектора вдвоем. Инсомния. Так как это МС. Уже минус залетает. Есть, конечно, размен от дисбаланса. Точнее, это Dead Inside, извиняюсь. Но это 4 в 3. Бомбу не потеряли. Хорошо. На точке Б уже находится фракер. Слышал его дисбаланс. Рядом также есть тиммейт. На закрыто их. Но тут же от оверкома с прыжка в голову. В головешку залетает фраг. Шовел на размене, слишком много суеты, слабо оружие, конечно же, оверкам ждет с трофейным девайсом, без проблем закрывает оппонента. И Dead Inside остается 1 в 2 после фрага по балерину.
Щепетильная ситуация. Очередной раунд на тоненького. Неужели его не ждут шорта? Прям так опрометчиво. Вот Волтер не успевает, конечно, прочекать проходку дед-инсайда. В итоге давай инфу тиммейту, что вроде шорта нет. Подставляет своего тиммейта, он дед-инсайд тоже не смог прочекать вовремя. Как же все по таймингам в итоге складывается. Ну и слышал ли дед-инсайд спрыгивание на машину? Заметил ли ручонку? Сам топнул при этом оверкам. Понимает, что оппонент рядом совсем. Молик хороший. Палец оверкам. Горит. Есть минус от дед-инсайда. Бомба совсем рядом. 4 секунды. В голову, к сожалению, выцелить оппонента не успевает. Волтер. Герой этого раунда 1-6. А размочили таки счет. Но денег, конечно, у Bad Boom немало на покупку девайсов. Попадание отойдет в балансе в центре. Не более того. Уже там. Не самое лучшее, не самое удачное попадание. Нету нужных со смоках и мешает это все дело. В частности, игровку в коннектору. В коннекторе можно было бы выходить сейчас со своими тиммейтами. Под пушарта. Вот, Bad Boom. Нету минуса по веркаму. Не справляется с последним. Балерин тут же минус еще один. Ну и 3 в 5 здесь отыгрывать будет тяжело. Но Тэкнайн остроголоса. Фак, ну работает неплохо. Тут же балерин подключается. Его не ждали здесь увидеть. Остроголоса наказывают за этот фраг с Тека. Ну а здесь баланс не успевает переводиться. Странно, что два игрока. Один с окна, один с коннектора смотрят окно. Немножко не разобрались по позициям, но раунд это не помешало выиграть 2-6. Недолго думаю, Бэтбум сейчас подожди в Сарнове. Сразу же выход с калашом. Есть от инсомния подключение. Выйти на это не удается. Здесь же рядышком есть он один на дисбаланс. Выходит тишина против петуха. Отрабатывать получается. Здесь же подключение от оверкам шарта. По влавке последним патрона просто выключает Сарнове. Пока 2-3. Но баба установлена. Можно держать ее для коллектива атаки. Забирают в Паласа как раз таки. И Астрогалус и Фракер минусуют Кичен. 1-1, понимает один и второй игрок, где какой находится. Оверкам, трипл килл для него. Фракер на машину, вовремя запрыгивает и занимает позицию, выигрывает раунд для своего коллектива 2-7. По точку А. Люркер не ушел еще по точку Б, как уже заход полноценный на Т-3. Есть минус на него. На стерсе, к сожалению, не получается. И самый внятный файраунд. Это щиты, но у них что-то да и выходит. Ну уже оверкам. Есть минус, хорошо. Есть еще и дополнительно 10 номер Астрогалус. Но, к сожалению, оверкама здесь не перебороть. Он крайне классно стреляет. 1 в 2, трофейные девайсы, бомбу под контролем. Что же сделает Фракер? Попытка запрыгнуть на джангл. Хорошо, его в этом моменте не слышали. Может оказаться большим сюрпризом для своих оппонентов. Идет прямо в спину. Забрать одного и забрать второго. План на миллион долларов. Арморов нет. Пули будут вливаться как...
как масло, но, к сожалению, здесь прям Эверкам ждал, знал и знает все нюансы этого раунда. Пистолетный раунд уже от атаки. Деньги закончились. Держитесь. Да, это в центре. Включение Таверкам отличное. Тут еще одного можно забирать. Просто глоки. Просто глоки ничего здесь явно не сделают. Хаешка хорошая, прилетает. Дополнительно сочная, вкусная, прекрасная. Ирина должен быть певчайший фраг, но не тут-то было. Сорнови стреляет точно, даже с глока. Шову пробрался на асфальт. Смотрите-ка на него. Фракер промутился пока в андерграунде. Закрывает в яме. Непосредственно в яме игрока защиты. Что ж ты будешь делать? Не получается у Шоула сделать ничего. Последний сорной, по нему информации есть. Выбить АВП будет крайне круто для атаки на следующий раунд. Но их здесь два. Просто два этих ХВП, и в итоге счет 4-7 против после точки от Дисбаланс. Последний раунд первой половины. Да, первую половину Бэдбум, конечно, выигрывают, но хотелось бы с двукратным преимуществом, как и на прошлой карте. Денег единственное, что не самое большое количество. Бомбу не поставили, денег дополнительно не заработали. Приходится играть с чем имеем. Далик не самый удачный, тут и по демку. Балерун не прощает Шоу. Есть минус на размену. Это еще и в палосах. Подпушат. Эверкама был крайне опрометчив. Не получается быстро фракера запрыгнуть на окно. Понимается дисбаланс, что все-таки попытка... Пропрыгивание могла была быть совершенно быть успешным. Ну что же Шовел творит-то? Не выходит у него в очередной раз что-либо сделать. В принципе, это карта у него не самым лучшим образом проходит. И просто один за одним все открываются под снайпера, который их минусует. Это даблкил для Инсомния. Фракер тоже не справляется. 5-7. Первая половина достается Бэдбум и Янгс, но этого мало. Хотя в атаке 7 раундов на Мираже. Для некоторых команд и неплохо, которые позиционируют себя как сильной обороняющейся стороной, знают больших позиций, знают, как отыгрывать в команде на этих позициях, на карте в частности. Глядишь, для Бэдбум все обернется именно в защите куда лучше. И вот эти вот 7 раундов накопленных... Для них могут оказаться вполне себе удачными. Заход по центру от Балтика. Пока убить никого не удается, но накалили не слабо. А вот и первое подключение Славки. Фракер, есть хороший первый минус. Нужна помощь от тиммейта. Здесь же Шоу. Фаер, фаер, окей. Но Фракер, к сожалению, помочь не смог. Нужны тиммейты спичка. Здесь фракер просто соло. На перезарядке его не ловит. Это для него удача. А дисбаланс минусует просто-напросто. В спине, конечно, здесь оверкам. На него и базится слегка. Но не стоит забывать про инсомнию. Вот он начинает уже и работать. Зайдет на сайт спину, закроет. И все становится 8-5. Решают полуфорс сделать игроки атаки. Маг 10 закупили тег и несколько гранат. Как будто бы попытка даже выйти под ассайд, чисто поставить пачку.
Посмотрим, что из этого выльется. Сами-то Бэтбум тоже не промах. Взяли побольше фармилок. Возможно, даже понимая, что агрессия будет на ближнюю дистанцию. Но... И что? Все смещаются по точку Б. Забайтились? Да ну ладно. Просто забайтились. И установка бомбы легчайшая получается для Бэтбума. И это для Балтика. Сайт мешает этому. Забирает первого. При этом фракер забирает второго. Но план минимум на раунд уже выполнен. На игроков атаки. Тут еще и... Если минуснуть парочку игроков, будет вообще замечательно. А раунд будет просто прекрасно. И дисбаланс делает для этого все возможное. Есть минус 1, есть минус 2, но не более. Увы, ах, 9-5. Но денег заработали. Денег заработали, и появляются АК-47. Есть у нас плюс. Есть у нас смерть на центре. Ладно, мы не смогли никак с ним справиться. Шоу просто стрельба выше всяческих похвал. Сомни в итоге, но его ждет. Его ждет инсайд. Точнее, не ждет, а даже не подозревает о нем. Раз, есть минус от инсомни. Два, два в два счет. В итоге по живой силе. Но из ладера фракер как будто бы может провести здесь неплохую авантюру. Хотя пока здесь именно Астрогалус воюет против этих врагов. Пропускает ладдер через джангл. Ой-ой, ошибка могла быть. Подойди с баланса. Замечает, конечно же, его. Не знаю, выбор позиции, конечно, крайне ужаснейший. Получается. Отличный молот. Можно попробовать. Да. Череда неверных решений от команды Бэтбум и их игроков. И раунд заканчивается в пользу коллектива Балтика. Занять мид от Бэтбум. Шоуэлл просто идет соло. В голову, конечно же, не попадет. Если бы еще какой-то тиммейт был хотя бы с юспом, можно было бы что-то решать. Но пока просто дисбаланс собирает фраги, собирает КДА для своего профиля. Есть минус от инсомни, допустим, в центре. Ну и что, 5-2. Хайгрена. Носит. Казалось бы, и сам Астрогалус немало урона наносит, но этого не хватает для победы в раунде. 1-3. Не самый внятный, конечно, бэйраунд для Бэтбум, но АВП все-таки позволили себе взять, хоть и без гранат, по сути дела. Только у двух игроков полупачка и гранат уходят. Надо бы этот раунд заканчивать быстро. Затяжной его играть не хочется. Гранаты тратить, соответственно, тоже на эти длинные раунды.
Трагалус. Дает информацию тиммейтам. Фул флешонный. Ай-яй-яй. Оверкам там еще и фраг делают. Вот и есть размена. Здесь у нас тут же подключение. Просто развал кабинетов от Балтика. По стрельбе на Мираже МП пока явно нет равных. Играют четко. Нет нормальной расстановки от команды защиты на этой карте. Как будто бы каждый из игроков не на своей позиции находится. По ощущениям. Мне интересно, что было бы на Дасте, который совсем недавно вели в официальный мапул. Сколько я понимаю, вообще на турнире Даста, конечно, мы не увидим пока что, по крайней мере. Вот, но то, что его и наигрывать уже начали на фейсити, это может... И думаю, что турниры на HLTV есть он в пиках в банах на некоторых турнирах. О чем-то говорит. Да, второй совсем скоро вернется. Снова Авик. Просто сорновый. Минусует от дисбаланса. ВП. Против АВП дуэли не было. Просто у нас тракер. Хороший мог бы быть минус, но прострел. Неудачно, обидно, но успевает уйти прямо из-под прицела Болтера. Хотя, что не говорим, Шоуэлл этого не успел сделать. Не убежать у свояси. Слышит Сарнови. Забирает. Крайне близко все оказывается. Ну на тоненького, ну просто расплитано. Ну нет тактики какой-то на защите, на мираже. Я не вижу здесь точной игры. Я вижу здесь соло-стрельбу от каждого игрока. И все. Максимум, что разыгрывается, это укрепление мида. Пострелять, разменять и не более того. Ребята же из атаки играющиеся этим всем пользуются. Где-то вышли, постреляли сами чуть лучше. Вышли по точке Б, соло фраги оформили. Ну, короче. В принципе, все поняли. По крайней мере, от этого можно и получать удовольствие. От такой игры. От просмотра в частности. Посмотреть, кто кого жестче выключает. С тапа, не тапа. По голове, не по голове. Денсайд. Вот по голове дает. Хорошо, тут такой... Ой, вроде бы и выиграть можно, но нет. 9 хп, 6 хп, точнее говоря. Трипл килл есть, конечно, на руках. Но стоит засейвить. Авик поважнее будет в защите. Это 100%. Еще одна попытка у Бэтбум сыграть с АВП в свою пользу. Может быть, в коннектор выпустить. Тут прям любят лазить всякие дисбалансы через эту позицию. Стоило бы давно прочитать ДСБ, ну вот Сарнови. Ну где стрельба от Сарнови, дружище? Как ты подрасслабился ты? Было-то все куда круче. Шоу уходит на дальний. Молотов ему, конечно, в этом мешает явно. Ну и пока будет сидеть, играть близко. Есть минус от оверкам. Под запушащего игрока защиты. Хорошо отшёл от работы. Бомба перемещается по точку Б. По точку А, извиняюсь. Можно прочитать этот момент. Бракер, нужен минус. Промах обидный. В голову попадание от атаки. Обидное вдвойне. Но есть от Шоуэлла подключение.
на кроссфайре можно работать. Застрогалось 4 хп. Неприятно. Бомба установлена. Пока скичена, пробирается третий номер. Есть еще время поработать. Шовал. Есть минус. Отойди с баланса. Вострогался. Там только 3 хп было, в принципе, понятное дело. Шовал еще один минус по голове. Можно один баланс ловить тут же. Но инсомния уже пришел скичена. И закончил этот раунд в свою пользу. 9-10. Впервые Балтика вырывается вперед. Фракер. Выстрел. Заметил оппонента. Дал инфу, по крайней мере. Хорошо. Там диглы, конечно. МК есть. Работает от Шоуэлла. Есть включение. Замечает еще и номер 4. А именно балеруна. Или балерина. Слышит оппонентов. Нужны тиммейты. Тиммейты долго чилят. Не справляется, конечно же, Шоуэлл. Ну соло здесь никак не сделать ничего. Астрогауса закрывают. Вроде бы Грена туда, куда надо, а вроде нет. В итоге есть на пару. Инсайд вместе с Орновые. И наконец-таки раунд выигрывается. После скольких раундов проигранных? Пятерых. 10-10. Казалось бы, вроде за террористов брали много раундов, пачки ставили, но по деньгам прям у ребят из Балтики все плохо. Взяли 4 калаша авик, и деньги закончились, а тут еще и снайперская дуэль выиграна фракером. Ой-ой-ой-ой, как обидно. Мид, по сути дела, уже не играет в этом раунде в атаке. Ничего себе прицел. Интересный только что был показан. Ну прям тихонечко все происходит. Нерешительно действует Балтика. Блин, отличный фраг нашел. Шоу зря открывался, он тут же... Уже и от Астрогалоса. Где же подключение от Денсайда? Почему не было помощи в размен? Непонятно, максимально под точку. Вот Волтер будет открываться. Или не будет? Не будет, все-таки с люркера позиции работает Балерун с Рнови в размен. 2 в 2. Пока Денсайд живет, пока его не выкурили. Понимаешь, что джангла будет открываться с Рнови. Пытается его продержать за счет гранаты. Но с Рнови так просто не остановить. Вот есть метанит в виде Волтера, но Dead Inside был непоколебимый. 11-10, счет становится снова уже для Bad Boom. Качели. Обожаю эти качели в CSGO. Сейчас как будто снова стоит Балтика форсить. Вы накапливаете хороший лосс бонус. Проигрываете, если даже раунд, там 12 счет, у вас есть деньги, в случае постановки бомбы вы можете закомбэкать до допов. Вот так и поступает, в принципе, Балтика. Правильно, возможно, и делают. Посмотрим, правильно это решение. Вспоминаю, что все-таки хорошо у них получалось отыграть через мид, через коннектор в частности. Пытаются сделать это снова. Снайпер, конечно, открываться под Андерпалас явно не будет. Будет Шовала.
что-либо сделать балеруну. Там АК против МПшки. Явно не самый лучший раздар. Хорошее переведение от фракера. Тут же может подключиться и шовел, понимая, что одного из рифлеров команды атаки уже выключили. Часть оппонента. Ведь не получается, к сожалению, его. Фракер. Тут же уже минус есть под дисбаланса. С основе рядышком. Нужно сказать на подвеску. Сначала заберет на пистолке, а потом им можно минуснуть оверкама. Ну или нет. Оверкам не уловит. Голову не попадает. По шовелу, в принципе, сильно тоже не попадает. Раунд заканчивается для Bad Boom. 15-10. Четко. Отличная точка в голову с Галиля. Ну и что? Как будто бы все равно денег нет. Бобу установить не выдалось. В итоге 2 маг-десятых, 3 маг-десятых, калаш, тык-найн. Крайне удручающая ситуация. Просто пушечки, да. Шовал ждет. Ах, к сожалению, воевать не удалось. Хотя бы один фраг забрать тоже не удалось. Он, в принципе, мог бы и покосить всех. Но пока будут ждать тиммейтов перетяжки на этот ретейк. Сарнови должен понимать, что рядышком есть оппонент. По инсу мне без проблем удается поработать тут же, пока снайпер закрыт. Оверкам, неужели запрыгнет на блоке? Есть от попадания от фракера, но не смертельное, к сожалению. Астрогалус вместе с Дэдинсайдом. Есть минус на шарту. Отлично, на лаг. Крайне много оппонентов, конечно же, здесь. Ну и должен Астрогалус ставить точку. И в этом раунде камбэкнули отличные игроки коллектива Bad Boom. 13-10. Крайне близкий счет на пике оппонента. Ну и, конечно, крайне красивая игра, дорогие друзья. 2-0. Казалось бы, да, вот такая вот вечерняя катка получилась, но отчасти вторая карта для Bad Boom прям со скрипом удалась, будем честны. И тут есть, конечно, на дефолтной, на такой дефолтной карте, как Мираж, поработать, есть над чем подумать. Ну, а мы еще не заканчиваем. Будет небольшое интервью с игроком коллектива Bad Boom и на Шоуэлл, поэтому после небольшого перерыва мы сразу же подключимся.
Ну что, как и обещал, сразу же на интервью Шоуэлл не заставил нас долго ждать. Привет, рад тебя поздравить с победой. Расскажи, спасибо, как ощущения, как, в принципе, прошла по накатанной, не по накатанной эта встреча. Всем привет. Да, нормально прошла. У нас должна была быть игра в воскресенье, но мы пошли на встречу с соперником, хотя и не могли сегодня играть. У нас у одного человека день рождения сегодня, там 20 человек у него на камере было. Вот, и у него там прям дискотека и все такое. Вот, он играл не с наушниками, а у него звук вводился на этот телевизор, и там все смотрели игру, короче. Вот, поэтому другой, ну, плюс у нас состав немножко изменился, у нас там два игрока ушли сильно из команды, и пришлось экстренно набирать новых сотрудников с компании, кто может. Вот, ну, короче, еще там какие-то проблемки были в начале игры, ну, то есть в первой карте, когда сервер отменили, да. Это была проблема там у игрока с, ну, лагал сервер, и поэтому пришлось переносить, поэтому у вас пропала трансляция, вот, то есть ничего серьезного не случилось, просто нужно было сервер заново запустить, техническая формальность. Причем вот, самое интересное, что произошло, это прям... Последний раунд, вот там 12-4. Да, да, прям... Нет, у вас неправильно запустилось. 11-4 мы закончили, вот, и потом мы взяли еще раунд 12-4, и вот у вас запустилась трансляция. То есть счет был 11-4. То есть один раунд мы выиграли без трансляции на Твиче. Как мне быстро скинули эпишники, говорится. Да, я ничего не говорю. Ну, круто поиграли, на самом деле. Мы, получается, уже выходим в серебро. Потому что у нас единственные, кто не были известны, с кем мы играем, или в серебре, или будем играть за серебро еще, ну, BO1, потому что если бы Балтика нас 2-0 закрыла, то были бы, как эти, ну, типа, переигровки, вот, и были бы, заново бы играли, вот, ну, вроде бы хорошо, 2-0 закрыли, все довольны, что у нас там, следующая игра 5 мая, поэтому будем готовиться. Всем спасибо, что смотрели нас. Отдельным там привет и передам ребятам Артем, Сережа, которые в чате за нас топили. Также компании BadBoom, которые мы вскинули, наверное, в несколько десятков чатов по 100 человек. Мне кажется, тоже кто-то это зашел, поддержал нас. Спасибо соперникам за хорошую игру, было интересно. И ЛЧБ, и всем вашим спонсорам, что такой турнир сделали. Нам интересно играть, будем, увидимся в серебре. Блин. Ну и вам, комментатор, спасибо большое, что комментируете. Нашли время 30 апреля в выходной день не пойти пивко пить там со шашлычками, там с семьей. И это вы выбрали именно нас, поэтому спасибо большое вам тоже. Ой, да брось ты. На самом деле, в принципе, смотреть интересно. Тут даже, я тебе скажу, я-то сам из Беларуси, у нас тут шашлычков, увы, пока нету. У нас немножко выходит. Я тоже не с России. Но работаю в BadBoom, поэтому работаю. И, ну и как это у нас? Если в BadBoom выходные, то и у меня выходные. Ну вот это круто. Да, поэтому... Да, ну вообще все супер прошло. И, ну прям вообще... Я уже 4-й год на ЛЧБ выступаю. Мне прям с каждым разом все больше и больше команд. То есть раньше, когда мы выступали, было только бронза и серебро. Потом в том году добавили бронзу, и вот в этом бронзу добавили. Ну и на самом деле ЛЧБ растет. Раньше было там 30 команд максимум, да, может быть, если вы и были. 30 максимум, ну 35, может быть, команд было. Там от Тинькова, там 3-4 команды, там и Альфа-Банк, еще такие команды участвовали. Сейчас я смотрю, уже такие прям команды участвуют, там всякие... Ну, мы не будем брать банки, да, которые постоянно участвуют в ВТБ, но есть и новые, очень много я увидел новых команд по КС, это очень круто, это радует, что, надеюсь, в следующем году уже будет 100 команд, и уже будет, может быть, какая-то не только бронзовая лига, но еще какая-то другая, будет интересно, конечно, за этим всем последить. Да, айтишных команд много таких вот маленьких инди-команд. Да, маленьких. Так подключается, действительно, в эту движуху киберспортивную это дорого стоит. Тут, в конце концов, Балтика. Это вообще, в принципе, дебютанты ЛЧБ, которые ни разу не участвовали. Вот. Ну, они молодцы. Им можно отдать должное. Они хорошо играли. Им, возможно, не повезло с группой. Может быть, им там не повезло с серверами. Но они достойно играли. И они тоже претендуют на серебро. Но вот мне чуть-чуть не повезло. Я надеюсь, желаем и надеюсь, что в бронзе дойдут до какого-то победного места и закрепятся. И о них начнут говорить не только о Балтике девятки, но еще и будут про Балтику восьмерку говорить.
На такой-то я, пожалуй, веселой ноте объявлю окончание нашего интервью. Спасибо тебе, Шоу, за прекрасный, как говорится, с тобой спич. Побед вам в Серебряной лиге. Вы молодцы, действительно, неплохую игру показываете. Желаю только успехов, ну и хорошего вечера тебе. И тебе спасибо большое. Пока-пока всем. Пока. Ну, а мы, дорогие друзья, заканчиваем вот такую вот позднюю вечернюю катку, вечернюю встречу между коллективами Bad Boom и Балтика. Спасибо всем за просмотр, спасибо всем, кто пришли на трансляцию в такой вот поздний вечер, когда уже, как вот упоминал Шовал, уже предвыходные, уже шашлычки хочется там и Балтику разливать под шашлычок непосредственно, да. У кого-то вообще день рождения, он вынужден играть в ЛЧБ и не стесняется, в принципе, отложить даже такое мероприятие, как день рождения. Все, спокойной ночи, по сути дела, всем, да. Спасибо еще раз за просмотр, с вами был Квоки. Всем до следующих каток, всем пока.